воротами, где располагаются болельщики шведской сборной. Подача! Опасно! И из пустых ворот мяч выбивается! Но атака продолжается, и удар Делейни! Подача Эриксона головой тут, или даже за гривком пытается мяч переправить Йоргенсен. Затем рикошетом от ноги шведского защитника от Гранквиста мяч летит в дальний угол. Нет, это не, это, прошу прощения, не Гранквист мяч переправлял. Это, по-моему, был Юсуф Поульсен. Ну и здесь хорош Челстрем, он выручил. Ну а уже тяжело дальше было Симону Кьяеру. В партере как-то там непонятно чем бьет. А это Ким Челстрем. Даже прострел. Опасно. 1-0. Смотрите, наигранная комбинация под передачу Кима Челстрема и в дальний угол. И уже отыгран Каспер Шмейхель. И не успевает Симон Кьяер за великим Златаном. И посмотрите, как он элегантно, изящно и мягко переправляет мяч в дальний угол. 1-0. Шведы результативным. 61-й гол Златана за сборную. Подача, Исаксен на месте. Ни разу во время своей карьеры Златан не забивал. Как-то удалось стряхнуть спесь такую с атак датской команды. Златан штрафной. Златан, момент! Йоргенсен ни до одного мяча не доходит. Смотрите, Челстрем действительно на одной линии с Кьяером находился Ибрагимович. И выручает сборную Дании Каспер Шмейхель. И оставляет еще Дурмиси и Эриксон. Удар Эриксона. Исаксен. Шведский голкипер. И он все прекрасно видит. Хотя всяческие игроки сжигают и зона освобождают для Ибрагимовича. Вот так вот. Златан в дальний. Дисциплинированно шведы играли и в домашней игре. Но вот что затем произошло в последние 20 минут. Может быть... Ой-ой-ой-ой! Это Даниэль Агер. Сейчас мог закончить эту встречу. Ибрагимович простреливал на Маркуса Берга. И Агер, хорошо, что так, с отскоком от газона мяч перелетел через перекладину и опустился на сетку. Хойберг. Ну вот, может быть, этим движением Берг. Смотрите, мог ли Бентер сейчас мяч обработать? Сейчас. Наверное, грудью мог бы обработать себе вперед. Уже вторым касанием решать. Но пробил Бентер. Очень много брака. У Эриксона не хотелось бы быть категоричным. Говорить, что он нулевой в первом тайме. Но все-таки от игрока такого. Сейчас рикошет мог помочь датчанам восстановить статус-кво. От ноги кат. Дурмиси получает желтую карточку. Эриксон. Хойберг! Удара Поульсена. Мяч практически из пустых ворот выбил Ким Челстрем, но затем вторым темпом. А затем 4 подряд неудачи в Маркуса Берга. Ну нет, это, конечно, не далеко. И опять почти с поля. Рукой или нет? Удар! Рикошет! Еще и не везет. На повторе. Смотрите, почти с поля прямо выбрасывает мяч. Нет, по-моему, все-таки не было. И еще раз давайте смотреть. Нет, нет. Ну, конечно, Йоханссон здесь сыграл в пределах правил. А вот дальше. В кого попал Эриксон? А, нет, нет, нет. Он не попал в Лусика. Он попал в Себастьяна Ларсена. Уже от Ларсена мяч отлетел в Исаксена. И дальше уже был пробить Златан. Вот так вот! Здравствуй, Франция! Потрясающее исполнение! Великолепный удар! Сказочный удар Златана Ибрагимовича! И великий Златан выводит сборную Швеции на чемпионат Европы. Вы посмотрите, как он пробил на этом повторе. Великолепный план! Великолепная траектория исполнения. Герой Швеции.
Еще раз Златан. И рядом. Форсберг заработал этот штрафной, который Златан реализовал. А сейчас Златан. Дополнительного времени у нас уже не будет. Правда, и на стороне Славы, и на стороне вашего комментатора. Подача. Опасно! 2-1! 2-1 забьет игру. Если забьют еще, это будет, конечно, очень круто. Наконец-то Дурмиси сделал хорошую передачу на дальний угол вратарский. Там уже Бэкстон наелся так, что прыгнуть было ему тяжело. А 3 минуты добавляет Аткинсон. Подача. Удар головой. 2-2. Ну, хоть так. Можно по главной улице с оркестром пройти. Здесь никто не помешал Вестергарду. И он очень здорово пробил. Есть, наверное, какой-то тоже символизм в том, что именно... А может быть, это еще не все? Йоргенсен прострел и забить бы Хойбе. Как же так-то? Йоргенсен отлично выкатил. Можно было даже еще и пропустить. Там Вестергарду. Не хватает за голову. Каспер Шмейхер. Бегут года и грусть печаль.